Перейдемо до Авдіївського напрямку. Видання «Більд» каже наступне, що фактично станом на 10-9 січня можна констатувати, що під Авдіївкою наступальні дії Путіна провалилися. В підтвердження цього видання наводить ті дані, про які ми з вами раніше говорили. Понад 400 одиниць техніки ліквідовано в росіян, величезна кількість ресурсу витрачена і нових потуг, аби робити якісь величезні місні штурми, ну резерви ж вічно не можуть бути. Ну і плюс вперше в цьому році на Авдіївському напрямку ліквідовано їхній санцепьок. Це така установка, яка коштує 15 мільйонів доларів. За доллара они сильно не беспокоятся, им Европа за газ накидает каждый день примерно миллиард долларов за энергоносители получают россияне, потому там 15 или 150 миллионов, их это сильно не волнует. А вот то, что они их много производить не могут, да, это вопрос. Ну, естественно, фейерверк хороший, когда санцепёк взрывается, это такое зрелище довольно-таки эпическое. То есть феерический уход на тот свет экипажа россиян – это минимум, а если еще рядом военнослужащие, то и их души туда же, в ту сторону. А вот то, что россияне уже, можно сказать, провалили Авдеевское направление, это было понятно где-то через месяц. Так называемый «золотой месяц» любых наступательных операций. Вот все, что вы за этот месяц сделали, когда готовитесь к наступлению, вот это примерно ваше. Оставшееся время вам надо это все удержать. Вот россияне за первый месяц наступательной операции провели, за этот золотой месяц, они вышли на Красногоровку с севера Авдеевки и продвинулись чуть в сторону Очеретина. Практически все. То есть дальше они были остановлены самой ситуацией. Дело в том, что такие узкие имеется в виду по фронту, узкие наступательные действия, они чреваты ударами с флангов. И то, что сейчас происходит и в районе Красногоровки, и по югу Авдеевки, та же картина в районе Песок. Мы остановили эти две клешни, остановили фланговыми ударами и достаточным количеством артиллерии. Можно сказать, что вот этот порыв, первый порыв, российский, он, естественно, уже купирован. То есть да, дальше такого рода действий у них уже не будет и прохождений. А вот позиционная война, очень тяжелая позиционная война, она еще будет длиться где-то до весны, пока не появятся самолеты, пока мы не начнем наступление на других участках фронта, и россиянам придется снять давление с Восточного фронта. От, власне, про наступальні дії. Пане Романе, Financial Times і пише наступне, що насправді Залужний прагнув і переконував разом з Зеленським наших партнерів, що наступальні дії в бік Бердянська, Мелітополя, ну і цей Запорізький напрямок і вихід до Азовського узбережжя потрібно проводити в 2023 році. Більше того, за джерелами видання Залужний казав, що йому достатньо буде до сотні гаубиц на той момент. Тоді ще, кажуть, не були сильно закопані і заміновані ці площі, і переконало наше керівництво, що воно готове наступати. Але США побоялися, це казали наступним, мотивували, що начебто Збройні Сили України не готові, і що таким чином ми можемо, тобто Збройні Сили України, показати окупантам слабкі місця на нашій лінії бойового зіткнення. Я чуть поправлю, не в 23-м, в 22-м году. Это, да, в позапрошлом году. Да, эта возможность была, я больше скажу. Там были очень много наших партизан, которых россияне призвали в армию. Тогда, помните, у них был такой поветрие собрать всех мужиков на Донбассе и поставить их в строй. Так вот тогда ДНРовцев, будем так говорить, забросили как раз на это направление. Причем после того, как наши силы спецоперации, партизаны и эти партизаны в рядах российской армии внутри начали выполнять определенные действия, и россиянам пришлось бежать практически с этого направления. Там направление до Азовского побережья, наши силы спецоперации, некоторые группы доходили до Азова, возвращались обратно, не встретив ни одного российского блокпоста. То есть плотность войск была самая низкая за все время боевых действий на этом направлении.
И, естественно, Залужный, понимая это, он же знал всю развединформацию, прекрасно понимал, что как только, если было бы достаточное количество сил, средств для рывка, то мы были бы же в Мелитополе еще в 22-м году. А вот дальше самое интересное. А дальше мы бы не остановились, мы бы начали двигаться в Крым. И именно это, скорее всего, не дало возможность. Такая возможность включила определенные тормозные механизмы, как угодно их можно называть, наших партнеров, понимая, что Крым мы возвращаем одним движением только и дальнейшим продвижением в сторону полуострова. Остановили тогда Залужного. Мы неоднократно с вами это говорили, и тогда в эфирах был целый поток информации и поток тех же обзоров и некоторых прогнозов об освобождении Крыма, исходя из этой ситуации. А вот то, что нас перенаправили на Изюм и потом дальше на Купянск, в сторону Сватова, Кременной, это практически сожгли наш наступательный потенциал. Да, мы освободили Изюм, Изюмский котел, но никуда бы он не делся. Он как был котлом, это географически, он так бы и остался. Причем из-за инерции движения, то еще и освободили Лиман и дошли практически до Сватова и Кременной. И сейчас линия обороны проходит как раз по линии Купянск-Кременная, Купянск-Сиверск, если можно так сказать. Немножко неудобная линия обороны для нас, ее лучше бы было там по востоку проводить по линии рек Оскол, Северский, Донец. То есть Лиман можно было бы и не освобождать в этом смысле, а перенаправить наши усилия в сторону Мелитополя. Но это уже, как говорят, история сослагательных наклонений не любит. Все, что уже было, уже понятно. То, что перенаправили, тоже понятно для чего. Чтобы мы быстро не освободили Крым. Так как Крым после выхода на Мелитополь наших войск, это практически уже отрезанный ломоть от российского оккупационного корпуса, и его намного проще будет освобождать. Та же самая картина, это был 22-й год, та же самая картина была через несколько месяцев, когда мы надавили на россиян по правому берегу Херсона, и им пришлось убегать с правого берега на левый. Тогда, если бы было достаточное финансирование и снабжение, можно было ту же самую операцию провести только уже со стороны тех же Крынок или Каховки или Херсона, опять же дойти до Армянска. Опять нас остановили, если помните, тогда было G20, После переговоров американцев с китайцами нам практически остановили финансирование. В декабре мы тогда получили первый убийственный для нас транш, по-моему, в 200 с чем-то миллионов на весь месяц, и практически остановились. Остановились до того момента, пока уже нельзя было форсировать Днепр, то есть оторвались россияне. Дали возможность еще раз, это американцы, это Байден, дали возможность еще раз россиянам время как раз укрепиться. Они ушли на левый берег, закопались несколько линий обороны, линия Суровикина, и нас просто остановили для того, чтобы сейчас мы с большими потерями выполняли в принципе ту же самую задачу. Дали возможность Путину в 22-м году запустить механизм мобилизации. Не просто так он ее запустил. То есть ему надо было увеличивать плотность войск. И эту возможность ему дали наши партнеры. Это надо четко понимать и помнить на все оставшиеся времена, что партнеры не всегда партнеры. И не всегда они в нашу сторону работают в этом смысле. То есть у них свои интересы, у них свои договорники, у них свои какие-то растяжки, которые останавливают движение наших войск по разным направлениям, хотя мы это, естественно, можем делать. И тогда приходится нашему главкому и генштабу хитрить с нашими партнерами, выполнять определенные действия, которые, в принципе, не всегда союзники допускают друг относительно друга. Но когда мы понимаем, что нами
оперируют, нас удерживают иногда, иногда для подталкивая каким-то действиям или каким-то или какому-то бездействию. Это плохо, конечно, смотрится на будущее. Дело в том, что сейчас мы уже в таком положении, что приходится, не выбирая, то есть те действия, которые можем производить. Но у нас хорошая память. Потому вся эта байденовская клика, это обамовская команда, а еще раньше клинтоновская. Клинтон, Обама, Байден – это одна команда, которая привела к тому, что мы потеряли, во-первых, сотни тысяч жизней украинцев. И это точно надо помнить надолго. И надо давать понять нашим американским друзьям, что мы это четко понимаем. Мы понимаем, кто привел к тому, что россияне напали на Украину, и мы потеряли сотни тысяч жизней, начиная с потери в 1994 году ядерного статуса из Клинтона. А до сих пор Обама это и Байден – это одна с Клинтоном команда. Вот они сейчас руководят Белым домом. И мы ж такие, украинцы, мы не злопамятные, отомстим и забудем. Память у нас хорошая в этом смысле, зло не помним. Но американцам надо это четко понимать, чтобы потом не было сюрпризов, когда они в свою сторону увидят такие же финты, которые мы их увидели с их стороны в свое время, когда мы могли бы обойтись малой кровью.